продовжується. Учень 11-го Б-класу. Шевченко Олег Сергійович. Була Прохорова Анастасія Вадимівна, учениця 11-го А-класу. А зараз почекай, Настя, повернись, Настя, повернись. Я хочу передати слово фахівцю, спортсмену Володимиру Михайловичу Лужніку. Памятным знаком за установление абсолютного рекорда по продолжительности плавания в нашем бассейне награждается Прохорова Анастасия, ученица 11-го класса. Ее рекорд – 3 часа беспрерывного плавания, расстояние 10 километров 550 метров. Учень 11-го класу за активну участь у спортивному житті. Дипломом Департаменту освіти Харківської міської ради нагороджується Твердохліб Денис за перемогу в особистому заліку з підйому по штурмовій драбині під час змагань з пожежно-прикладного спорту серед юнаків. Гімназії було започатковано нагородження кращих класів гімназії. В цьому році за рішенням батьківської ради, і тому я запрошую сюди голову батьківської ради Кадуцьку Оксану Валерійовну, грамотами нагороджується за победу в номинации «Лучший класс года» ученики 3-го Б-класса. Также они получают сертификат на получение денежной премии. Награждается 7-й В-класс. Выделить лучший класс оказалась задача не под силу не только нам, но даже родительскому комитету. Поэтому вот такая интересная грамота у нас есть. За победу в номинации «Самая дружная параллель» награждаются 9-е классы. Thank you.
души всех родителей, гостей, детей поздравляю с праздником и желаю всего самого доброго и хорошего навсегда. Верите вы или не верите? Удивительное всюду. Есть на этом белом свете замечательные люди. Да они почти как боги. Хоть устроены все просто. Эти люди – наша кровь. Для того, чтобы сейчас поздравить педагогов всех праздников, мы предоставляем слово Сергею Владимировичу Магнусюку, который не только у нас гость от департамента нашего, но и является он папой нашего 11-классника. Дорогие учителя, дорогие выпускники, уважаемые родители, сегодня действительно замечательный и знаменательный для нас для всех день. Сегодня мы провожаем наших детей во взрослую жизнь. Отдельные слова благодарности хотелось бы сказать всему педагогическому коллективу, всем учителям за ваше терпение, за ваш профессионализм. За те все знания, которые вы дали нашим детям. Большое вам человеческое спасибо. Выпускникам хочу сказать, что вы сегодня на самом деле являетесь новым движущим поколением. И в будущем от вас, от вашей жизненной позиции, от того, как и где вы себя примените, зависит дальнейшее развитие нашего родного города, нашей области, нашей страны. Я желаю вам найти призвание в своей жизни, добиться в жизни больших успехов и всегда оставаться людьми. Хочу, чтобы вы пронесли в жизни всю ту любовь и все хорошее, что дали вам родители и учителя. А кем вы станете, я думаю, вы уже определились согласно вашему уму и вашему сердцу. Всегда будьте и оставайтесь людьми в первую очередь. А от всех родителей, выпускников 9-х и 11-х классов мы дарим школе и преподавательскому коллективу новое функциональное устройство, которое сочетает все функции принтера, сканера, ксерокса. В принципе,